Всем доброго дня, с вами самостройщик Леха, и это вторая серия по возведению моей мастерской мечты. В предыдущей серии я сделал основание для своей опалубки, теперь ее нужно хорошенько усилить, и в этом мне помогут старые доски и циркулярная пила. Выпиленные колья я вбивал в грунт на 30 сантиметров и 20 сантиметров оставалось торчать. И теперь эти колья я подопру другими кольями, которые также углублю в землю, но уже на полметра. Колья забиты, теперь необходимо установить распоры. Также прибегаю к помощи циркулярной пилы. Многим на заметку, для удобства работы я наклонил диск циркулярной пилы под угол 27 градусов. И теперь распорки входят просто идеально. Thank you.
Теперь переходим к арматуре. Для этого изобретаем станок для изгиба арматуры. Для этого нужно две деревяшки и два железных уголка, любых, больших, маленьких. Поначалу пробовал сделать полностью все из дерева, прогинается, арматура продавливает волокна дерева, не пойдет. Берем трубу, вставляем арматуру и начинаем изгибать готовые изделия. Помним, чем больше рычаг, тем легче погнуть арматуру. Приступаю к изготовлению арматурного каркаса. Так как я уже не первый год строюсь, я уже наконец-то научился делать правильно обвязку углов из арматуры. Поэтому вот так вот это делать нельзя, даже не запоминайте. А вот так вот это нужно, так я и буду делать. Thank you.
Арматуру для каркаса использую 12 мм. Именно такое ощущение мне выдал калькулятор фундаментов, который я набрал в интернете. С армированием закончил, теперь переходим к следующему этапу, но сначала арматурный каркас необходимо приподнять. Так как мой фундамент будет небольшая плита, и для избежания теплопотерь, я решил как следует утеплиться. Для мелкозагубленных фундаментов, каким является моя плита, необходимо избежать пучения грунта. Для этого нужно утеплить отмостку и цоколь, что я планирую сделать в дальнейшем. Важно правильно рассчитать толщину утеплителя и ширину отмостки для региона, в котором проживаете. Это можно делать с помощью калькулятора или проконсультироваться с профессионалами на сайте по ссылочке в описании. Утеплять основание фундамента я буду утеплителем Pinoplex Fundament толщиной 50 мм. Конструкция утепленной плиты предполагает передачу всех нагрузок от сооружения на слой утеплителя. Именно поэтому для утеплителя Pinoplex предъявляются очень высокие требования к прочности. К тому же Pinoplex имеет практически нулевое водопоглощение. Это значит, что конструкция фундамента и дома полностью защищена от влаги и из земли, и из воздуха. Ну и что не самое важное, или лучше сказать, самое главное свойство утеплителя Pinoplex – это предотвращать потерю энергии, которая будет происходить через бетонное основание в грунт. То есть, теплые полы делать в своей мастерской я не планирую, но и стоять на холодной плите я тоже не буду, потому что температура моей плиты будет равняться температуре воздуха в этом помещении. Ссылочка на качественный утеплитель и калькулятор для его выбора будет в описании. После утепления сверху необходимо постелить пленку. Кто смотрел Макса, это канал «Дом в деревне», тот, наверное, видел, как в момент залития бетона утеплитель у них он поплыл. А так как я дилетант, я этого хочу избежать. Thank you.
Пленка уложена, теперь нежно опускаю арматуру на специальной подставке. Немного поразмыслив и покопавшись в своем огороде, нашел ПНД-трубу, которую буду использовать в качестве закладных. Закладные будут выходить прямо в центре стены, по которым в дальнейшем буду тянуть свой кабель. На вопрос, откуда я знаю, где что будет, в этот раз я скачал готовый проект в интернете и теперь его придерживаюсь. На момент монтажа этого ролика бетон еще не подъехал, так что сам процесс бетонирования данного творения мы увидим в третьей серии. Ну а пока все, давайте, не болейте, не скучайте, впереди у нас бетон.